Ясное дело, загрузили нас в машины, студебекеры американские, и вывезли через Айпетер, вывезли нас в Сюрен. И в Сюрене окружена территория больше, наверное, намного два раза, чем вот этот парк. С собаками и солдаты бродили, ходили. Тут крик. Невозможно. Один кричит «мама», другой кричит «сынок, где?». Именно с этого места, с этого поля высылали крымских татар и других депортированных народов Крыма. Именно это место помнит вот те трагические дни. Вот, и предполагается выделить около 2 гектаров под строительство мемориального комплекса. Сейчас критик власти еще дадим. Спасибо.